Друзья, продолжаем. Добрый день. Сегодня у нас молитва Семира Яцеры, псалом 100 «Мизмор ле-Тода». Что это такое? Этот псалом нам помогает быть благодарным за невидимые чудеса, те, которые нам дает Всевышний. То есть, есть много вокруг нас того каждый день, чего мы не замечаем, не видим. Понятно, если мы не знаем, что это случилось, как мы за это можем быть благодарны? Мы же не можем быть, правда, как индикатор. Но мы хотим сказать спасибо за то, что мы не увидели, нам это было дано, может, мы это потом заметим и скажем: «Вау, а почему я тогда это не сделал?» Чтобы это не откладывать в рюкзак прошлого, мы это делаем сегодня, в настоящем, и мы произносим «Мизмор ле-Тода». Кстати, Ари говорит, этот псалом надо сидя читать. В этом псалме есть 42 буквы, которые соответствуют 42 именам Бога, то есть «Анна Бекоах», вот, в порядке. Да, и, собственно, это очень сильный инструмент, который нам помогает контролировать нашу реальность. Надо быть благодарным за то, что у нас есть, за то, что нам дали, за то, что нам дают. За то, что мы просим, тоже благодарным надо быть, что нас слушают, слышат. Вот, и это один из этих инструментов. Всем пока!